Это было первое заявление после закрытия участков кандидата в президенты Игоря Дадона. Итак, избирательные участки закрылись ровно в 9. Идет подсчет голосов. А в центре избиркома, где был длинный день, готовится к не менее длинной ночи. На месте мой коллега Денис Баршевич. Денис, какова обстановка? Что известно к этому часу? Добрый вечер, Дино. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. На этот раз я нахожусь уже в центре избиркома, где на данный момент полное затишье, но совсем скоро мы узнаем первые данные. А пока нам известно, что в голосовании приняло участие более 1 200 000 человек, из которых самые активные – это лица в возрасте от 41 до 55 лет, что составляет 33% от общего числа избирателей. Меньше всего проголосовавших среди молодежи. Они составляют всего 8%. Это лица в возрасте от 18 до 25 лет. В региональном плане самыми активными оказались Шалдонежский и Окницкий район. Следует отметить тут, что Окница и в прошлых президентских выборах показала себя и стала самым активным избирателем. А вот самые пассивные избиратели на этот раз в Басарабярских, Инчештах и Неспоренах. Таковы данные на эту минуту. В студию возвращаю Дину Руснак с более подробным обзором событий на данный момент.